І вже з нами на зв'язку є Ренат Мусаєв, боєць Національної гвардії України. Ренат, доброго дня. Добрий день. Як здоров'я, перш за все? Ну, вже намного краще, все хорошо, спасибо. Лечимо потихоньку. Взагалі історія Азовсталі і перебування в Маріуполі – це один з, один з найгероїчніших моментів війни, але водночас він є одним із найтрагічніших. Я знаю, що ви перебували на Азовсталі один місяць. Війна повномасштабна, вона розпочалася 24 лютого, ви сам з Маріуполя. От можете пригадати ті події і що ви робили? Ви були старшим офіцером Національної гвардії України. От можете пригадати 24 лютого і як відбувалися події? Так, звісно, я пам'ятаю, це дуже добре. События розвивались молнієносно, мабуть. Во многому було неожиданно некоторі моменти. Понятное дело, что воинская часть перевелась на усиленный вариант несения службы, то есть военнослужащие сразу сели на казарму, да, как это в военном лексиконе принято говорить. Началась подготовка к военным действиям, начали получать БК, начали готовиться, укрепляться, то есть закладывать окна и все остальное, то есть подготавливать рубежи к обороне, потому что никто не ожидал, никто не был готов. Все развивалось очень-очень быстро, иногда непонятно, хаотично. То есть сумбурно все происходило. Чи для вас стало несподіванкою, що російські війська, наскільки мені відомо, більшість із них зайшли із Криму, що так швидко зможуть оточити Маріуполь? Да, мы это не ожидали. Мы не ожидали, что пройдет все так быстро и что Мариуполь окажется буквально за какие-то считанные дни в очень плотном кольце. То есть на это не был расчет. У нас очень мало было времени подготовки на это все. Понятно, что время для подготовки никогда не хватит, но тем не менее все прошло очень быстро и молниеносно в этом, во всяком случае, в нашем направлении. Як воювали росіяни? От вони взяли в оточення Маріуполь і вони поступово його почали брати, так? От які були їхні дії? Вони брали поквартально, тримаючи в оточенні Маріуполь? Ход бойових дій був весьма такий, хочу вам сказати, в якому-то плані цікавий, але в якому-то плані дуже очікуваний, тому що велике кількість силы средств было брошено именно, как я понял, Донецкой республики народной, так называемой. Именно, а потом уже шли кадровые военнослужащие Российской Федерации, соответственно, они курировали, так называемые ДНР и военнослужащих. Да, они брали постепенно, вот, иногда очень тяжело, иногда где-то у нас были проколы, но в целом они пробивали Мариуполь с разных сторон, то есть с севера, с запада, востока, юга, вот. Нащупывали слабое место в нашей обороне Мариуполя, ну, понятное дело, они его нашли, вот, и потом, понятно, что мы начали нести такой оборонительный характер, это бои были буквально за каждую улицу, за каждый дом, то есть мы постепенно начали откатываться. То есть, понятное дело, что и у нас были большие успехи, где-то мы очень неплохо себя проявляли, но в целом, если говорить уже как бы в целом по всей обороне Мариуполя, постепенно кольцо сужалось. Вот. И мы так по чуть-чуть, поквартально, по улицам, по домам, потихоньку откатывались назад. При этом враг нес очень большие потери, действительно колоссальнейшие. Иногда мы действительно не могли понять, зачем такой ценой они это делают. Вот в этом было очень странно и очень непонятно, как с военной точки зрения, ради чего и для чего. Коли ви говорите про слабке місце в обороні Маріуполя, що ви маєте на увазі? Ну, понимаете, представим, что Мариуполь – это круг, и в любом случае оборона Мариуполя не может быть везде одинакова. То есть понятно, что все молодцы, все сражались очень достойно, те, кто держал оборону. Но, тем не менее, в каждом месте есть какие-то свои
слабые места. И враг пытался нащупать это слабое место, чтобы осуществить основной прорыв, назову это так. Вот. И он, проводя разведку боем, проводя очень учащенные атаки, нащупал это слабое место. И рано, так или иначе, он его нащупал, и получилось, что враг зашел в город, зашли уже на улицы, то есть изначально, если мы ведем диалог о том, что враг был на внешних рубежах Мариуполя, то есть на тех селах, поселках, которые находились за территорией города, то потом уже враг, когда зашел в город, он уже прорвал, точнее, кольцо обороны внешнее, он уже начал закрепляться на улицах, то есть уже пошли уличные бои. А уличные бои довольно-таки тяжелые бои, которые требуют особой подготовки, я вам так хочу сказать. Які засоби застосовував ворог? Авіація, бронемашини? Чи все, що в нього було? Вот, это очень интересный вопрос, потому что изначально были артобстрелы. То есть это была артиллерийская дуэль. Наши артиллеристы работали просто прекрасно. Их артиллеристы работали, соответственно, просто массированно, нанося удары. Ну, не могу сказать, что это были точечные удары, это были просто хаотичные массированные арт-удары во всем, чем только можно. Потом уже, это где-то уже, наверное, когда уже они вошли в город, очень для нас было это неожиданным и, наверное, опасным. Большие как бы потери шли от этого. Это была авиация. С авиацией, конечно, было очень тяжело. Ну, просто нереально тяжело с авиацией. Враг начал просто все утюжить авиацией. Просто беспрерывно. То есть не было такого, что... Да, в принципе, не было, наверное, и часа, не то что часа. В конце так это и 10 минут не было такого, что самолет не взлетал, точнее, не сбрасывал авиабомбы. То есть он постоянно утюжил авиацией, просто не прекращаясь. Вот он уходит на посадку и заходит на посадку, буквально так. И также очень тяжелое для нас это была корабельная артиллерия с моря, потому что, во-первых, ее не слышно, она слышно только когда уже прилет и совсем очень близко. Тоже очень тяжелое в плане ведения боевых действий оказалось это корабельная артиллерия. Тяжело было с ней бороться. Укрываться, не бороться, значит, укрываться от нее было очень тяжело. Так же, как от авиации. Коли саме ви зрозуміли, що з міста вже буде нереально вийти? Чи провести деблокаду? Да не было такого понятия, что мы поняли, что уже нельзя. Ну, наверное, в самом конце, перед выходом, когда нам сказали, что мы будем эвакуироваться. Потому что мы до последнего ждали, все ждали до последнего деблокады. Это действительно так. И я уверен, что вы, если каждого опросите, каждый сидел, воевал, ждал и надеялся, что все-таки деблокада будет. Вот. Ну, также понимали, что если ее не будет, то мы будем делать все возможное, держаться и стоять до конца, потому что у нас другого выхода нет, и отступать нам некуда. Коли говоримо про Азовсталь, то коли всі відступали, і Азов, Національна гвардія України, і морська піхота, то вони розуміли, що це є хороший укріпрайон? Чи просто так вийшло, що всіх затиснули навколо Азовсталі? Не було такого поняття, що всіх туди запихнули. Все понимали, что Азовсталь – это, как говорится, последний рубеж, и его нужно будет удержать. И в плане, как говорится, надежности и выгодности позиций, да, Азовсталь – это было выгодно, это было удобно, это было выгодно, это было более-менее надежно, если мы говорим сейчас о территории города, потому что в Азовстале были очень неплохие бункера, еще построенные после времен Второй мировой войны. Там были подземные ходы, батареи и все остальное. То есть в плане надежности и укрытия там было намного безопаснее. Но опять же, там было безопаснее, но на Азовсталь потом было сброшено весь основной поток всего. То есть и авиации, и артиллерии. То есть я сейчас говорю о ствольной артиллерии, о корабельной артиллерии. Абсолютно все, что было, все работало потом по Азовстали. Это уже было, как говорится, концентрированное место, на которое можно было просто накидывать беспрерывно со всего. И рано или поздно оно куда-то попадало, то есть попадало по позициям, ранило наших парней и все остальное.
Не знаю, чи зможете дати відповідь на це запитання, коли оточили Маріуполь, яке співвідношення сил було наших і росіян? Я вам точно не можу сказати, але їх було навіть не в 5 разів більше, це було на порядок більше. На порядок більше було. Ну, більше, ніж в 5 разів, це точно. Может быть, в 10 это будет, наверное, более-менее приближенная цифра к реальности. Вы на Азовсталі провели майже місяць. От, якщо можете пригадати, якою була ваша перша думка, коли все сконцентрувалось саме на цьому підприємстві? Всі українські сили майже. Моя перша мысль какая была? Я знал, что на Азовсталі будет в любом случае сложнее. Потому как, если когда ведешь городской бой, то есть вероятность, есть больше шансов найти укрытие. То есть если работает по одному направлению, допустим, враг, то можно уйти в другое направление, можно откатиться, сделать маневр какой-то. То есть больше вероятности развития ситуации и событий. То на Азовстале я понимал, что тут уже меньше вероятности для какого-то маневра. То есть маневра уже не будет. Тут надо будет стоять до конца. В любом случае нужно будет брать и стоять до конца. Ну, другого выхода и шанса нет. Якщо говорити про місцеве населення, ви сам з Маріуполя, так? От зараз можна побачити кадри російських ЗМІ, ну, вони проводять пропаганду, що, мовляв, там є населення, яке вітає і вітало росіян, так? Вони там виставляють на Ютубі. На загал, як населення було настроєне до українських бійців і до росіян? Я вам хочу сказати так, маріупольчані, якщо сравнювати Маріуполь до 2014 года и Мариуполь 2021-2022 года, ну, до полномасштабной войны, то это два разных Мариуполя. Я не буду отрицать, что в 2014 году мариупольчане были довольно-таки основная масса, наверное, может, процентов, я скажу, даже 70, может быть, это некорректно, но я думаю, где-то 70, это мое личное мнение, были настроены за русский мир и все остальное. То в 2021 году, когда Мариуполь стал одним из, назову это так, процветающим городом Донецкой области и вообще образцово-показательным городом. Город был очень прекрасен. Если там были или если не были, то можете посмотреть кадры, как изменился этот город, изменилось население, направление, мышление населения. Довольно Мариуполь был очень проукраинским городом. Это действительно так. И сейчас, когда я смотрю кадры русских СМИ, русских каналов, что они показывают, что Мариуполь ждал освобождения и того всего остального, то ну, я не могу сказать, что это 1% населения. Я не буду отрицать, что есть такие люди, они остались, и они всегда есть, были и будут, которые действительно ждали. Но даже те люди, которые остались, сейчас приветствуют русскую власть, я не думаю, что они ждали именно этого. Я уверен, что нет. Ви вважаєте, що політика керівництва держави з 2014 року розбудовувати міста біля лінії зіткнення, так? Де саме там перебували так звані ДНР і ЛНР, була правильною, щоб змінити уми людей? Я вважаю, це було дуже правильним рішенням, щоб показати хоча б на рівні контрастності, як можна жити, і що є намного краще, є прекраснее, есть нормальный, да, есть места, в которых все работает, работают парки, банки, все социальные структуры, что люди живут, радуются, гуляют по паркам и наслаждаются жизнью. То есть хочу также привести сравнение по сравнению с тем, что я увидел, ну, пока мы ехали на обмен с Донецком. Донецк замер. На мой взгляд, это 2012-2013 год, после того, как они были готовили к евро. И вот все остановилось на том уровне. Все абсолютно остановилось. Город замер той жизнью. Ну, соответственно, если мы возьмем город 2012 года, да, уже прошло 10 лет, понятно, что он просто потихоньку приходит в упадок, а с учетом того, что идут военные действия, ну, просто город замер, и он живет той жизнью 2012 года.
Я переглядав відео в російських засобах масової інформації. З нього зрозуміло, що ви отримали важкі поранення. Яким чином і як саме були поранені? Да, я отримав мінно-взривну травму, потім отримав ще одну травму, вже це іменно при виході сам завод «Азовсталь». Был обстрел, обстрел миномета, обстрел ствольной артиллерии. И получается, я встречал группу людей и в это время получил травму. Коли ви вийшли, так, і можна говорити, що потрапили в полон, що вас запитували? Тобто, хто вас оглядав, приймав, так в лапках, в полон? Хто були ці люди і про що з вами говорили? Ну, не полон, а евакуація, як ми називаємо це, тому що... Ну, по-різному це називають, так? Це також називали таке слово, було екстракція, так? І воно досі є. Екстракція, евакуація, це по-різному можна називати. Ну, все-таки ви опинилися в руках ворога. Да, мы оказались в плену, это так и есть. Опрашивал нас Следственный комитет, опрашивал несколько раз, опрашивали русские спецслужбы, российские спецслужбы. Вопросы задавали весьма разные, как адекватные, так и не очень. Вот. В принципе, какие вопросы задавали? Ну, спрашивали, почему вы сразу не сдались? Вот это был основной ключевой вопрос, наверное, у всех, начиная от Следственного комитета, заканчивая российскими СМИ, которые у некоторых из нас брали интервью. То есть, почему вы не сдались? Вас власть бросила, вы ее поддерживаете. Почему так? Почему вы воюете против своих? Очень был частый вопрос, часто повторяемый. Ну, такие были вопросы, как бы абсурдные иногда. Ви на початку нашої розмови сказали, що дуже багато воює із так званих формувань ДНР, так? Як це виглядає? Вони йдуть впереді, а ззаді йдуть росіяни? В Маріуполі була примінена іменно така тактика. Это, я не скажу, я хочу сказати, це дуже ефективна тактика, коли у тебе великий неістощаємий людський ресурс. Тобто бросати наперед слабо подготовленных, во всяком случае, впереди были солдаты, да, военнослужащие Донецкой, так называемой Народной Республики, сзади уже шли россияне. Россияне, либо спецподразделения российские. Вот, это очень удобно, это очень эффективно в плане того, что когда идет первый эшелон, он скрывает, как говорится, фронт. Он скрывает фронт, он скрывает наши позиции, мы открываемся, соответственно, оказываем бой. Часто получали преимущество в этом плане, потому что с той стороны были ну, не такие подготовленные, назову это так, бойцы, за которыми уже шли спецподразделения. То есть в этом плане уже им было эффективно. Это тактика, если честно, Второй мировой войны. Она абсолютно у россиян абсолютно не изменилась. Они воюют сугубо по учебнику. Вот можно открыть учебник, и там будет то же самое, что было в Мариуполе. До вас також приїжджали, я вже кілька разів згадав про російські засоби масової інформації, що запитували, так? Тому що якби в ефір вийшли невеликі шматки того, про що вони з вами розмовляли. Так, да, к нам приїжджала преса, буквально, по-моєму, якщо не ошибаюсь, пройшло дня 4 і одразу приїхала преса. Приехали, наверное, это их ключевые или основные каналы, это «Россия-1», «Звезда», местное телевидение какое-то приехало, и кто-то еще, я уже не помню, честно. Первый вопрос был, почему вы пошли воевать против своих, почему вы не сдали сразу, поддерживаете ли вы свое правительство, поддерживаете ли вы Зеленского, ну и все в таком стиле. А вони переконані, наприклад, що люди в Україні можуть не підтримувати президента України і не підтримувати цю боротьбу, яку ведуть проти загарбників? Ви знаєте, вони да, вони в цьому убеждені. І чому Збройні Сили України воюють? Це дуже абсурдний вопрос. Ні, я не запитую вас, так, а з точки зору їхньої, так? От, тому що я також неодноразово чув, що в них є переконання, що, мовляв, суспільство тут в Україні не підтримує Володимира Зеленського.
но это не так. З їхньої точки зору. С их точки зрения, да. Но я считаю, что, наверное, они тоже не такие глупые люди, чтобы так именно иметь такую точку зрения. Скорее всего, они это преподали для того, чтобы влить в головы своему населению, что все совсем не так, как действительно есть в реалии. И, кстати, пресса у них очень как бы агрессивно, назову это так, вот даже слово это не побоюсь, очень агрессивно задавали вопросы, именно так вот наезжающие, да, в каких-то смыслах, и так убеждающие, навязывая свою точку мнения и зрения, ну, что меня очень, кстати, удивило, почему так. Я не могу даже ответить, почему они так себя ведут. Это очень сложный вопрос и непонятен для меня. А якщо говорити про тих, кого вони записували, це якось між вами вибирали чи просто запитували, хто готовий дати інтерв'ю? Ні, ніяк не вибирали, просто прийшли, зайшли в палату, ну, вони ж були не одні, самі розумієте, да, там, возле них було ще окруження, назову це так. Прийшли і брали інтерв'ю, тобто не було такого, що хочете ви, не хочете, захотіли, брали. Останнє запитання, Ренат, чи готові повернутися на фронт? Для того, чтобы вернуться на фронт, нужно восстановиться. Это первоочередное. И да, конечно, другого выбора и выхода у нас нет. Нам нужно возвращаться, нужно возвращать наши города и землю. Это самое ценное, что у нас есть. Дуже вам дякую за интервью, Ренат. Вам спасибо.